название. Так, смотрите, кто хочет наклеить, тут есть монтажка. Умеете пользоваться, да? Кто не умеет, то... Уже выезжаем. За всеми, за всеми. Автомайдан не продержимся. Ну, на самом деле автопробег, но я бы назвал автомайдан. Остановился на остановке, на красный свет. Люди читают. Ну, надписи «Нет войне» и так далее и тому подобное. И рассуждают, что ну, пипикать же в городе нельзя, запрещено на клаксон давить. То есть скоро их российские войска будут убивать,
А их все переживают за то, что пипикать нельзя в городе. А тут стоят оно люди за войну, чи за что, не понятно за что, чи за Россию. Странно, пусть едут в Россию, вроде же паспорта дают.